Все? О причинах трагедии пока ничего не известно. В полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Марина Низовкина, Евгений Сергеенко, КТК «Шымкент». Журналист КТК Марина Низовкина, несмотря на профессиональный праздник, полностью в работе. Марина готовит материал про крупное ДТП в регионе. В копилке СОПКОРа КТК множество наград за профессионализм в работе. И в этом году Марина стала лучшим собственным корреспондентом области. Глава региона Бейбут Атамкулов поздравил журналистку и вручил благодарственное письмо и денежное поощрение. Это очень ценная награда. Почему? Потому что КТК – это тот канал, который зачастую не любят. И то, что мы все-таки признали то, что мы делаем, наверное, есть большая польза от нашей работы. Я всегда говорю, что для меня в моей профессии важно, чтобы не было стыдно за то, что ты делаешь. Чтобы можно было смотреться в зеркало и думать, а, все-таки я сегодня помогла людям, или я и завтра помогу. Глава региона отметил, что профессиональная деятельность работников средств массовой информации помогает власти работать эффективнее. И внимание, которое оказывают журналистам в этот праздничный день, лишь малая долька благодарности за стремление вместе с исполнительной властью сделать жизнь людей лучше. За вклад и развитие средств массовой информации и отличную работу поощрили и руководителя медиахолдинга «УТРАР» Валентину Куликову. За профессиональную работу награды получили выпускающий редактор телекомпании «УТРАР» Ардах Жахсылыкова, журналист телевидения и газеты «Рабат» Саида Турсуметова и журналист Махпал Рыспаева. Им вручили ценные призы и благодарственные письма. А также золотой микрофон получил шеф-редактор телекомпании ТВК Ринат Хамидуллин. Лучшим телеканалом назван телеканал «Айгак». Это награда для всего нашего коллектива, молодого, оперативного. Конечно, мы еще неопытные, ничего скрывать. Нам надо еще учиться, учиться и учиться. И эта награда – один из стимулов для того, чтобы мы повышали свое журналистское мастерство. А завершил праздник великолепный концерт и яркое световое шоу. Шудин Саидов, Галымжан Ерназаров, Шадияр Зейлхан, информационная служба телекомпании «УТРАР».